В минувшую субботу город Арагеев окунулся в зимнюю сказку. На центральной площади Василия Лупу развернулся новогодний городок, освещенный десятками километров светящихся гирлянд, в середине которого установили главную героиню праздника – 24-метровую новогоднюю ель. Она украшена эксклюзивными игрушками, которые изготавливали специально для Арагеева. До открытия новогодней красавицы примар муниципия Арагеев Татьяна Кочу поприветствовала жителей и гостей, отметив, что к этому дню примария готовилась долго и усердно. Хочу поздравить вас этим красивым праздником, пожелать вам здоровья, поблагодарить, что вы рядом с нами. На открытие новогоднего городка приехали гости из других регионов. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул поздравила всех с праздником. Хочу от имени жителей Гагаузии поздравить вас с наступающими рождественскими праздниками, с наступающим Новым годом, пожелать всем нам 24-м году благополучия, процветания, и чтобы такая красота была весь год в наших сердцах и в наших регионах. Огни на новогодней елке зажгли после появления Деда Мороза и Снегурочки. Затем детей ждали подарки и аниматоры. Примар Тараклея Вячеслав Лупов сообщил, что такая же праздничная программа подготовлена и для жителей Тараклеи. Я очень рад сегодня присутствовать на таком замечательном мероприятии, когда зажгли елку в городе Арагееве. Арагеев для нас уже давно является примером, думаю, не только для Тараклеи, но и для других городов нашей замечательной страны. И здесь настолько всегда красиво и тепло встречают, что мы действительно смотрим и пытаемся, если не повторить, но сделать не хуже, по крайней мере, и стараемся быть похожими на Арагеев. Вот, поэтому 25 числа в городе Тараклея тоже будет открытие елки, открытие праздничной ярмарки новогодней, будут аттракционы, тоже будет очень красиво, всех желающих ждем. На центральной площади Арагеева также была организована ярмарка, на которой свои работы представили не только местные мастера, но и из других районов. Это мои ручные работы, сережки из полимерной глины. Мы из Флорены, Новонецкий район. Мы стараемся всегда предоставить для людей тематику новогодней, серьги как бы с новогодней тематикой. Представляем меха, бельский мех, бельц. Это мы сами производим, сами выделываем, сами дубим их, красим, работаем сами. Наша семья. На мероприятии повсюду царило праздничное настроение, и дети, и взрослые были в восторге. Очень красивая атмосфера. Обычаи – это хорошо, что они не забывают про обычаи. Снег пораньше пошел, и все красиво, елка красивая. Так что дай Бог. Главное – здоровье, чтобы у всех было здоровье, чтобы все были здоровы, чтобы был мир. Красиво. Мне очень нравится. В первый раз в Арагееве. Рада, что приехала посмотреть и я. Желаю здоровья всем, мира и спокойствия. И не только нам, а всему миру. Уже в эту пятницу, 15 декабря, засверкает новогодняя ель и в Гагаузии. Еще раз хочу пригласить всех жителей Гагаузии, Молдовы, 15 декабря в городе Камрата будет открытие рождественской елки в Гагаузии. Много сюрпризов ждут наших гостей. Будет ярмарка новогодняя, будут горки бесплатные для детей, аттракционы тоже бесплатные. Поэтому в 16:00 15 декабря всех ждем. Ярмарка в Камрате будет открыта для посещения до 13 января. Мария Статова, Вячеслав Коса, Ирина Резунец, новости ГРТ.